Всем привет, дорогие друзья! Официальный блог разработчиков уже анонсировал обновление 3.4 War Robots. Так, что у нас обещают? Дата обновления 3.4 будет для Android 20 или 21 ноября, то есть сегодня. Должны были или вчера, или сегодня. У нас уже вторник, значит сегодня будет обновление. Ждем. И для iOS 23 ноября. Итак, что у нас будет? Ангарные отсеки, про которые я уже рассказывал. Дальше. Каждый новый ангарный отсек будет стоить 7,5 тысяч золота. Содержит столько же слотов, сколько и ваш основной. То есть там у вас 3 открыто, будет 3. У вас 5, значит будет 5. Обратите внимание, что для каждого робота или оружие можно поставить только в один ангарный отсек. Но это тоже я, у меня была большая печаль, когда я протестировал на тестовом сервере, и ну это я этим недоволен. Так, что еще? Розыгрыш в официальной группе ВКонтакте. 200 ангарных отсеков раздают. Один счастливчик станет обладателем целого ангара из самых последних роботов. Так, это все у нас в официальной группе ВК будет. Так, что еще? Новый функционал. Награды за просмотр ролика. Вот так вот, ребята. То есть мы смотрим рекламку и что-то за это получаем. Но, в принципе, неплохо. Неплохо. Что можно будет сделать? Быстрее выполнить ежедневное задание, ускорить любое улучшение, открыть бронзовый сундук на черном рынке. Ну, главное, чтобы или хочешь, или не хочешь. Ага, вот картиночка. Ребятки, вот что мы будем делать. То есть и ускоряем, да, прокачку, или смотрим рекламку. Неплохо, неплохо. Что-то вроде я такое видел уже в других играх. Так, максимальное количество возможных просмотров ограничено, но за каждый сыгранный бой вы восстанавливаете потраченный просмотр. Кроме того, время от времени вы будете получать возможность увеличить награду за бой благодаря просмотру ролика. Как если бы у вас был премиум, а с премиум награда становится только больше. Ну, то есть, тоже нормально. Я против, конечно, рекламы в любых играх, но тут реклама не агрессивная. Хочешь смотри, хочешь не смотри, а если смотришь, какие-то плюшки получаешь. Так, новая карта Dreadnought. Все это мы уже знаем, ребята, кто смотрит мои видео с тестового сервера. Так, с введением каждой карты мы стараемся внести в игру нечто новое. Луна напоминала лабиринт, где доминируют наиболее мобильные роботы. В Valley мы стремились создать большое пространство, в котором одинаково эффективны и ближний, и дальний бой. Основной темой Dreadnought стал вертикальный геймплей. Ну, это я сомневаюсь, что основной темой стал вертикальный геймплей. Огромно разрушенный звездолет в центре карты состоит из нескольких уровней. Мы уделили внимание тому, чтобы вертикальность карты не помешала механике прицеливания, но, скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому стилю игры на Dreadnought. Ну, блин, огромная, довольно-таки большая карта, не скажу, что маленькая, или, ну, такая средняя, но огромнейшее количество открытого пространства. Огромная. Вот это я против этого. Вот Луна и Валой отличные карты. И сбалансированные, и открытого пространства немного, всего лишь несколько точек там для дальнобоев. А здесь, ну, только спасание твоего робота — это идти внутрь этого дредноута и там воевать. Ну, в принципе, новые карты всегда хорошо. Так, как обычно, в течение первых 2 недель после обновления новая карта будет выпадать игрокам 2 раза чаще. Она также сразу станет доступна в режиме частный бой. Неплохо. Можно еще по ней полазить, еще раз смотреть, что поменяли нормальные. Нормально они, как обычно, на тестовом сервере, где тебе куча игроков мешает, рассмотреть что-то. Ну да, карта Dreadnought, то есть разрушенный корабль космический, он у нас упал с неба. И две части валяются, и кругом запчасти.
за которые можно прятаться. Маячки разбросаны, правда, несколько маячков очень плохо на открытом пространстве, и какие-то там Наташа Любы могут легко достать нас. В принципе, карта неплохая, особенно внутри в этого корабля сделана, вот здесь вот есть, да. Так, новый ховер. В умелых руках способность ховер позволит преодолеть большие расстояния или занять выгодную позицию на высокой точке карты. Но будьте уверены, враги сразу заметят этого робота, выделяющегося среди большинства роботов возможностью буквально парить в воздухе. Так, дальше. Новое оружие Шторм, которое я тоже тестировал в последнем обновлении. В принципе, очень хорошее оружие, мне понравилось. Можно достойно бороться и с арканщиками, и с таранщиками. Давайте тоже видосик посмотрим о нем коротенько. Коротенько. Вот такое вот у нас оружие будет, ребятки. Ту-ту-ру-ту-ру. Вот так вот. Ту-ру-ту-ту. Да, да, да. Красиво, красиво, реально. Неплохо. Ну и выглядит достойно. Нарисовали хорошо его тоже. Мне нравится. То есть такие мини-дробаши. Ух. Класс, 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 класс. Воробац. Короче, это такой мини-тундра, мини-дробаш. Его надевается на среднюю подвеску, это среднее оружие. Также, что он наносит дополнительный урон физическому щиту, точно так же, как и любое другое кинетическое оружие. Так, у нас переделывают Боа. Вот такой у нас будет красавец. Такой красивенький, смешной. Но на нем никто не играет, поэтому не будем о нем разговаривать. Так, Хаечи нерфят, наконец-то. Хаечи, скорость минус 5%. Объем щита минус 10%. Так, Шок Трейн нерфит. Он урон последующей цели на 50% ниже, вместо 35%. Так, Молот, Темпес и Скорж. Урон плюс 5%. Ну, ребята, это жесть. И Гидру, сраную Гидру, наконец-то у нас нерфит минус 5%. И должны, кстати, должны убрать баг с разрывом Гидры этой. Так, исправление. Исправлена ошибка, из-за которой роботы попадали в текстуры на карте Валы. Кстати, еще ни разу не видел. Я еще не падал в текстуру. Никогда. Прикольно. Так, характеристики оружия Афиды, Тундер и Требушет теперь отражаются верно. Тоже об этом, кстати, не знал. Ну, я на цифры не смотрю. Так, Эмбер. Больше не наносит урон через препятствия. Это я слышал. Я слышал, что такое происходило, кстати. Исправлена ошибка, из-за которой Гаррет передвигался медленнее. Так, касания в нижней левой части экрана теперь должны отрабатываться корректно. Да, бывает, именно поворачиваешь в этой части, да, экрана, и как-то вот бот как-то не так себя ведет. Обращал внимание. Так, почему не сказано про разрыв Гидры? Ну, возможно, пока это не говорили. Так, вот такие вот новости, ребятки. Так что сегодня ждем сегодня обнову. Надеюсь, лаги в ангаре должны исправить, когда у тебя долгое ожидание при смене оружия, при смене робота в ангаре. Тоже долго ждешь вот эту вот. Ну, такие пироги, ребята. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Ждем обнову.